Я 40 секунд уже посмотрел, а на запись не поставил. Давайте запишем. Я, по-моему, это видел, но все-таки давайте запишем. Как я уже сказал, выборы в России. Суракин действительно самый нелепый, самый шуешный, то есть это прям такой как бы вот первый даже не босс, а как, ну... Я Максим Суракин, бу-бу-бу-бу-бу! Это кто это? Файт! Изи. Ну, у вас возражение? Конечно, выбирая между коммунистом и Путиным, всегда надо выбирать Путина. Никаких есть, нет? Путин wins. Так, спасибо огромное, линкор. Получасовой видос про историю гранжа в Сиэтле 8490 год. А автор не знает Моисея Великанова, ЖДМ реакцию, фонд HTTPS. Есть ли кто-то, кто хочет, может, поддержать этот фонд, наверное, ну, значит, пахнет. Политика, которую проводит... Вообще, конечно, как бы, чтобы фонд открывать, надо, наверное, хотя бы от сотки. Раз у нас видосы на запись от сотки. Владимир Путин. Это очень плохая политика. О, вот это аргументный аргумент. Сразу становится понятным, когда только начинается предметный разговор. Ну, что-то да. Кто это вообще? Титов. Fight. А что Титов? А Титов тоже какой-то прихвостень оказался там. Если бы сторонники Трампа действительно хотели как-то повлиять на этих леваков, то во время штурма Капитолия все присутствующие там мужчины должны были заняться сексом друг с другом. Одобряем. А что Титов? Да ты все ушел просто, все. Да, непонятно, кто выиграл-то? Путин wins. Ну окей, ну да. Да, по факту. О, Ксюшить. Fight. Идите ко мне, бандерлоги. Вот вы идете под лозунгом против всех. Против всех здесь присутствующих или вообще против всех? Нет, я... Путин wins. Fight. Ну-ка. Завтра еду в Кремль, все будете лежать, я буду вас плевать и вытирать нос. И очень всех вас люблю и уважаю. По факту. Вот оно что, линкор. Ну, слушай, ну тогда спасибо. Одобряем, спасибо огромное. Спасибо большущее, все принято. Путин wins. Опа, на вы... А, почему... По факту. Ой, Грудинину наваляй ему как следует, пожалуйста, Владимир Владимирович. Коммуняке вонючему, который, блядь, ебаного Сталина поставил выше, чем Гагарина. Давай, давай, давай! Давай, по клубничке ему! Зюганов-то чё? Грудинин в любом случае победит. Чего? Это должен определить избиратель. Российский народ. Так. Путин wins. Замечательно. Так. А кто остался последний? Это кто вообще? I am Shao Kahn. Bow to me. Почему у него здоровья не хватает? Спасибо. Ну да. Ну вы держитесь, все будет хорошо. Путин настолько крут, что победил сам себя. Так.
так преисполнился. Как он Навального скипнул, блядь, я чуть не умер от смеха. Мне просто было даже интересно, то есть я уже хотел бомбить, что почему Навальный, типа, слабее Грудинина, но в цирке не выступает, но, блядь, просто скипнули его. Ну да, правильно. Ой, забавно.